Уважаемые измельчане, президентом нашего государства Владимиром Александровичем Зеленским объявлено военное положение. Принимаем во внимание, что в социальных сетях сегодня распространяется большой объем фейковой информации, которая направлена на создание панических настроений. Обращаюсь к вам, доверять только официальной информации, которая будет исходить с официального сайта президента нашей страны, с официального сайта главы областной администрации, с официального сайта главы районной администрации и с официального сайта городского совета и со страницы городского головы. Все важные объекты инфраструктуры взяты под охрану. Сегодня в городе газа, электро, водоснабжение производится в штатном режиме. Элементы паники присутствуют. Еще раз обращаюсь, доверять официальным источником информации. Иван Ильич. Да, хочу добавить, при администрации действует постоянно действующий штаб, который, в принципе, будет координировать работу всех объектов жизнеобеспечения всего Измаильского района. Проведена сейчас работа со всеми операторами розничной торговли, чтобы не было никаких ограничений по продаже. Я понимаю, что сейчас с этим настроением люди как бы активно будут скупать продукты, поэтому мы сделаем все необходимое для того, чтобы продукты, водоснабжение, электроснабжение были. В случае, если будут какие-то отключения, то есть я как бы призываю всех не паниковать. У нас четко сейчас подготовлены люди, специалисты, которые будут адекватно реагировать и как бы своевременно восстанавливать источники воды, газа и электроснабжения. Как сказал Андрей Вячеславович, если будут какие-то нестандартные ситуации, ориентироваться исключительно только на официальные источники. Повторюсь, штаб постоянно работает, как бы мы готовы к любой ситуации. В городе введено патрулирование. Оно не по схеме патрулирования, оно идет не системное, по заранее нами намеченному маршруту. Территория города на въездах с целью недопущения каких-то провокаций взята под охрану. В случае необходимости связаться с администрацией города, мы все находимся на месте, пожалуйста, можно прийти в администрацию, позвонить, выйти на личную страницу городского головы, любой способ связи будет доступен. Хочу обратиться к вам, представителям средств массовой информации. С целью недопущения фейковой информации, пожалуйста, отслеживайте все ваши страницы, и просто убирайте панические настроения и распространение фейковой информации. Сейчас это будет в большом количестве. Да. Вот как вчера была информация, которая закупайте воду, там это полностью будет отключение электроэнергии, оно не соответствует действительно. Вчера с ДТК мы провели работу, в принципе, они максимально будут стараться быстро реагировать на подобные заявления. И попрошу всех отнестись с пониманием, как бы патрульная полиция сейчас будет проводить досмотры, чтобы как бы не было возмущения людей, это необходимое мероприятие.